И как бы я, конечно, здесь живу, но она используется для Бога. Ну, вы видите, да? Даже когда я вышла замуж, мне муж говорил, сними вот это вот, крест сними, вот это, короче, сними. Вот. Ну, потом Бог убрал его из моей жизни. Вот. Это был кратковременный брак. Вот. Венчание было здесь, в нашей церкви. Вот. Все равно скитания продолжаются. Потому что наш настоящий дом – это в доме Отца Небесного. Там, где обитель наша. Там, где наша обитель. Вот. И там один брат мне говорил, вот, что тебе Бог не благословит, у тебя ни дома нету, мужа нету, никого у тебя нету, ничего у тебя нету, денег нету. Ну, короче, все время, ну, вот, вот так долбил меня сатана через уста даже верующих, ну, вот, людей. Вот, и я все равно следовала за Богом, я от него не ушла из-за того, что у меня там не было того, что есть у других людей. Я все равно его не оставила. Вот. Все равно я следовала за ним. Все равно я ходила в церковь. Ну, я не пропускала церковь. Все равно я ходила за этим Илией, знаешь, ухватившись за него. За Иисуса я ухватилась за Иисуса. Вот так же, как Елисей ухватился за Илии, вот, так же я ухватилась за Иисуса. Я его не оставила. Было тяжело, было трудно. Вот. Но я его не оставила. Ну и слава Богу, слава Иисусу. Вот. Слава Иисусу, что я до сих пор с Иисусом. Потому что если бы наступили тяжелые времена, я бы его оставила и сказала, что ты, Бог, меня не любишь, все, я тебе не верю, вот, и так далее. Но я все равно, даже были трудные времена, я все равно ему верила, все равно следовала за ним. Вот, и, в общем, до сегодняшнего дня следую за Иисусом Христом. Как бы ни было тяжело, как бы ни было трудно, вот, какие бы гонения ни были, вот, какие бы противления ни были, все равно мы следуем за Богом. Держитесь за Иисуса. Вот. Давайте 1 Фессалоникийцам откроем, страница 249. Сейчас я сама открою, потом тебе помогу. 249 страница в Новом Завете. В конце Библии. 1 Фессалоникийцам 4:17. Давайте помогу.